the lucky fact of your existence. Baby, I will find the... О, нет, личная прическа. Пускай позорится, да? В общем, сегодня концерт, 8 марта. Я пришла домой в 4 часа утра. Встала в 10, думаю, времени еще много. А оказалось, сегодня не так много. Я даже не успела накраситься толком. Опять опоздаю. Я думаю, я опоздаю, как всегда. Да, я даже Элю на этот раз переплюну. Но ничего, мы сейчас проедем. Наверное. Короче, тема такая. Говорили в 30 минут собираться. Мы здесь с Аней. У Ани отличная прическа, и никого больше нет. Пустая комната. Я до последнего момента даже не знала, куда мы поедем, так что... Когда расплела косички для концерта. Это мне наш. Вика прислала знак, что она еще дома с собакой. Играет. Вика, что за дела? Через сколько у нас концерт? Через полчаса? Они выпрямляют волосы? Да. Так, сейчас я представляю, что происходит в головах девочек. Так, они нам сказали сделать косички на ночь. Теперь они стоят и выпрямляют Насте волосы. Да, класс. Ты стала щепкой. Такое живое мясо. Нас просто возят, где попало, и денег не платят. Что такое? Заплатили, Вик, ты слышал, нет? В Лидоне заплатили, и еще и трубку не берут. Тамары, мы... Что? Да, ну вот это всем бесплатно начали. Что? Карусели вообще-то хачупа-чупсы дали. Маленькие. На как заплатили Лидон? Я знаю. Причина твоего вчерашнего бухла. Не, а я снимаю. Где еще по времени, скажешь? Представь! Сходи к дому. Настя, я всегда думала, что сценарий выглядит не так. Я готовилась. У Бориса всегда был. Если нам скажут, ваш поезд ушел, мы ответим просто, что подождем другой. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь. И будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я девки загуляю, ой, загуляю. Если на утро болит твоя голова, мы скажем прямо, ты не умеешь пить. Но как некрасиво лечиться одному, но лучше с коллективом выпить по чуть-чуть. И будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я девки загуляют. Нормально, хорошо сидим. Да. Я не знаю, как кто. Как вон, как кашечка.
Нам подарили цветочек. Ты меня уже хоронишь. Слушай, я вообще сейчас полубоком сижу. У меня одна булка около двери, а другая на сиденье. Девчонки, спокойствие, только спокойствие. Еще один был концерт. 3 назад закончился. Я не могу встать. Я устала. Все туда, вот эту всю энергию туда, и оно как-то не получается потом. Уж эти творческие люди.